Срочная новость. Актриса, играющая СДЖД, сегодня была на съемках в особняке. Она начинает работать служанкой в доме Карханов. Причем находится там уже третий день. Значит, ее секрет нам долго еще не раскроют. Хотя мы все надеемся, что это случится до Нового года. Вчера съемки проходили в одной из деревень. Пока что не сообщили, кто был там из актеров. Ставьте лайк, подпишитесь с колокольчиком, сейчас расскажу вам новые спойлеры. Вчера съемки «Зимородка» проходили в больнице. Но кто попал туда? Появилась информация, Сиран в тяжелом состоянии, ее ранили в живот. Также другой источник уверяет, что съемки в больнице были для Эсмы. Кому верить непонятно, но скоро узнаем. Но возможно, они сняли сразу две сцены, чтобы потом еще раз не ехать туда. Ферит точно был на съемках в загороднем домике. Мэр запостил видео с плохой погодой. Еще в субботу начались съемки «Служанки». В конце прошлой серии мы увидели, что в сериал вернулась СДЖД. Это мать той девушки, которую Пелин подослала в кровать Ферита. В то же время Саджиди была домработницей в доме Пелин. После того инцидента Пелин заплатила женщине денег и отправила ее на родину. Именно она поможет открыть ложь Пелин. Но не все так просто. Пока что служанки ищут Пелин в особняке. Но зачем? Может, будет просить денег или шантажировать. Скорее всего, у нее другая цель, и Пелин не сможет сделать то, что хочет СДЖД. Потому она расскажет всю правду Сиран. Если этот спойлер правдивый. Пишу также, что Шефика начнет действовать. Тайны прошлого всех из особняка начнут открываться. Все намного хуже, чем мы думаем. Жаль только бедного Ферита. Все произошедшее нанесло ему психологическую травму. Актриса, играющая Гюльгюн Гёзди Кансу, поделилась новым закадровым снимком с Мертом Рамазаном Демиром. Поздним вечером были ночные съемки в особняке. Два дня идут съемки в деревне Полонескёй. Погода очень плохая. Наши поклонники были на съемках похищения Сейран. С их слов можно сделать вывод, что в начале 51 серии мы увидим, как Кязым выводит Сейран из дома. Гюльгюн будет бежать за ними. Гюльгюн сделает все, чтобы Сейран не увезли, будет кричать, умолять, но безрезультатно. Кязым или ударит, или усыпит Сейран и увезет в загородний домик. Также ранее снимали сцены, как Гюльгюн сядет в такси и уедет вслед за Сейран. Может, это она позвонит Фериту и расскажет всю правду.